привез больного человека на городскую больницу номер 10. Больной не может ходить. Мне отказывают, да, не проезжают, только по пропускам. Водитель такси тормозит перед барьером, пассажир выходит из машины и идет пешком. Каждые 15 секунд передышка, идти тяжело. 300 метров от шлагбаума до поликлиники маломобильным гражданам кажутся вечностью. Но вариантов нет. Въезд на территорию медучреждения с некоторых пор строго по пропускам. Водителей такси, которые привозят пациентов, в пропускных списках нет. Я сам выходил и говорил, что у меня человек не ходящий. И сказали, у нас приказ главврача не пускать. Все, я человека вот высаживал здесь при входе. И он, 300-400 метров, шел пешком, мучился по этой дороге. У меня коллега высаживал здесь на костылях пассажира. И тот, представьте, на костылях побрел до туда. Вызываешь такси в надежде доехать до крыльца. Это не просто прихоть. Поскольку я человек маломобильный, для меня это очень тяжело пройти такое расстояние. Даже вот какая-то паническая атака начинается, и каждый раз думаю, как я сейчас дойду. Есть люди с костылями, есть люди, которым еще тяжелее, чем мне. Заведующий административными вопросами пояснил, что больница – это не проходной двор, и въезд по пропускам – мера вынужденная. Мы запускаем, просто не все подряд, скажем, потому что тут доходило до того, что заезжали такси и пиццу привозили. Охрана позвонит мне и скажет, что это действительно маломобильный. А почему сейчас этого не было сделано? Человек подъехал, постоял, уехал. Что они должны были сообщить? Что приехало такси? То есть эта схема не работает, по сути? В мою не обязан не входит кому-то звонить, уточнять, кого запускать, кого не запускать. У меня инструкция. Вы понимаете, что такое инструкция? Все. Никого не волнует этот вопрос, нет, и все. Добирайтесь, как хотите. На территорию поликлиники можно заехать и через эти ворота, но в основном они закрыты. Сегодня то ли в порядке акции, или по счастливой случайности двери нараспашку. Как удалось выяснить, ворота открыты лишь на время ремонта. Совсем скоро их закроют. Что касается въезда в поликлинику для избранных, то в Минздраве намекнули, что охрана не справляется со своей работой. Охраной поликлиники городской больницы номер 10 занимается частное охранное предприятие, одной из обязанностей которого является пропуск на территорию медучреждения автомобилей с маломобильными гражданами. В целях недопущения подобной ситуации в самое ближайшее время главный врач больницы номер 10 проведет беседу с руководителем ЧОП. Будут ли запускать на территорию водителей, которые привозят в больницу маломобильных пациентов, или все останется без изменений, узнаем в ближайшее время. Мы продолжаем следить за ситуацией. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.